Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в здании областного многофункционального центра. В специально обустроенном кабинете на первом этаже сделать прививку может любой желающий, в том числе и заявители, граждане, пришедшие решить вопросы по оформлению каких-либо документов. Кабинет работает в будни с 10 до 18 часов, перерыв с 14:30 до 15:00. В четверг прививку можно сделать и до 20 часов. Чтобы к нам попасть на прививку, значит, необходимо при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Ну, есть ряд категорий граждан, у которых нет полиса. Мы их также принимаем при наличии паспорта и СНИЛС. Обращения есть, люди узнают, люди подходят, интересуются. Отметим, что это уже 35-й такой пункт в регионе. По последним данным правительства ЕАО, вакцинацию прошли более 12 тысяч человек. Из них почти 9700 уже получили оба компонента гамковитвак или эпивак-корона. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.